Акция состоялась во время соревнований по пожарно-спасательному спорту среди дочерних обществ «Газпрома». Была проведена благотворительная акция с детьми из реабилитационного центра «Солнышко». Благотворительная акция. Показать им профессию пожарного изнутри, показать, как это проходит, что не только пожары, а есть и быт. Детей пригласили в музей специализированной техники под открытым небом. Костюмы для тушения пожара можно было не только посмотреть, но и примерить, и даже попробовать в деле. В специальной емкости разожгли огонь, и ребята смогли потушить его пеной. Живое общение с чемпионом мира. Алексей Калинин рассказал ребятам о технике безопасности при пожаре. И мы поговорим в первую очередь о пожарной безопасности и как продолжение пожарной безопасности, о спорте, пожарно-спасателем, который вы сегодня видели. По завершению акции реабилитационный центр получил сертификат на сумму 150 тысяч рублей. А маленькие гости – подарки. Дети были в восторге. А некоторые даже захотели связать свою жизнь с профессией пожарной. Я вот задумался и решил, что точно пойду сюда. Я хотела уже давно стать пожарным и стану им. Елена Быстрова, Ирина Семенова, Сергей Кувакин. Народные новости.